Радикальные исламистские группировки, включая террористическую организацию «Фронт ан-Нусра», захватили сирийский город Идлиб с населением 100 тысяч человек. Об этом заявили как сами боевики, так и Сирийская наблюдательная комиссия по правам человека. Власти Сирии эту информацию пока не подтвердили. В захвате города участвовали также группировки «Бригада Ахрар аш-Шам» и «Джунт аль-Акса». Бои за Идлиб длились 4 дня. По словам боевиков, правительственные войска, прежде чем покинуть город, расстреляли заключенных. Они также выложили в интернет видеокадры, на которых запечатлены бои за Идлиб. Также экстремисты засняли то, как разрушают в уже захваченном ими городе памятник Хафезу Асаду, отцу президента Сирии. Идлиб стал вторым административным центром после Раки, захваченным радикальными группировками. Рака была отбита у правительственных войск в марте 2013 года. Сейчас город контролируется Исламским государством. Идлиб находится недалеко от стратегически важной автомагистрали. Она соединяет столицу Сирии Дамаск с крупным городом Алеппо. Кроме того, близ Идлиба расположена провинция Латакия, оплот президента Башара Асада. Боевики также выложили в интернет видео, демонстрирующие авиаудары. Их наносили в воскресенье правительственные ВВС. Многие мирные жители теперь спешно покидают город. Гражданская война в Сирии продолжается уже 4 года. За это время погибло более 220 тысяч человек. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома.